Алиса Бруновна Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Мать Ксения Федоровна Федорова в молодости проживала в Пскове, где участвовала в художественной самодеятельности. Переехав в Ленинград, вышла замуж за актера Бруно Артуровича Фрейндлиха. Перед самой войной они расстались, и Бруно Фрейндлих уехал вместе с театром в Ташкент, где и находился до конца войны. В 1953 году Алиса окончила среднюю школу и встала перед выбором – учиться на музыкальную или драматическую актрису. У Алисы был сильный голос, высокая меццо-сопрано. Выбор помог сделать отец, который ее убедил не делать карьеру оперной певицы. Алиса подала документы в Ленинградский театральный институт, куда и успешно поступила, пройдя конкурсные испытания. В 1957 году принята в труппу Ленинградского драматического театра имени комиссар Жевской. В 1961 году перешла в Ленинградский театр имени Ленсовета, который возглавил Игорь Владимиров. Здесь актриса работала до 1983 года, в котором Алиса перешла в Большой драматический театр Товстоногова. В 1955 году дебют в кино в фильме «Неоконченная повесть». Правда, дебютантку не указали в титрах. Значительных ролей в кино в начале карьеры не предлагали, однако роли второго плана периодически были, так что основная работа была в театре. Широкий зрительский успех пришел после всесоюзной премьеры фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». После него режиссеры от кино звали актрису только на главной роли. Первый муж с 56 года, студент-однокурсник Владимир Карасев, брак продлился недолго, до 57 года. Второй муж с 61 года, режиссер и актер Игорь Владимиров, который был на 16 лет старше. В 68 году у них родилась дочь Варвара. Брак продолжался до 81 года, и актриса рассталась с мужем из-за его многочисленных романов и пристрастия к алкоголю. Третий муж с 81 года, актер и художник Юрий Соловей, с ним актриса рассталась в 90 году. Дочь, Варвара Владимирова, поступила сначала на театроведческий факультет, а затем перешла на актерский. Сейчас играет в Большом драматическом театре Петербурга. У Варвары двое детей, Никита и Анна. Муж Варвары, Сергей Тарасов, ушел из семьи и в 2009 году погиб при взрыве Невского экспресса террористами. В 2011 году актриса перенесла тяжелую операцию на кишечнике. В творческом багаже Алисы Бруновны Фрейндлих 104 работы, из них 82 в кино.